расскажи про дёрты. К слову. Залазишь на разгонку, думаешь, что ты классный пацан, смотришь вниз, половины досок нет, и думаешь, ну, в принципе, все, можно слезать. Потом 40 минут, когда ты постоял, слез, и вот тогда приходит как бы вот скилл всех дёртов, и тогда ты понимаешь, что нужно аккуратненько их вкатывать. Ты молишься, чтобы тебя приземлило. Ты готов? А, я готов. О, мастер. Спрыгнул, дёрт, разъебался. Приехал, упал. Прыгай, заебись.